В России уже созданы боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, сообщил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которые действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать, сказал Шойгу. В настоящее время сразу несколько отечественных оборонных предприятий готовят боевых роботов для российской армии.